На новый уровень развития выходит крымская наука. После двух десятилетий забвения и фактически упадка в республике начали процесс реанимации физико-технических исследований. Для этого все профильные кафедры республиканских вузов собрали под одной крышей Крымского федерального университета, объединив в отдельный институт. Теперь в Крыму есть физико-технический институт. Его организовали на базе Крымского федерального университета. Теперь не только общая, но и экспериментальная физика выйдет на новый уровень. Исследовательская деятельность здесь в приоритете. Институт вошел в программу развития КФУ как одно из приоритетных направлений деятельности учебного заведения. Программа развития рассчитана на 5 лет с продолжением до 10 лет. Программа развития предполагает выбор приоритетных направлений развития нашего университета и оснащение материально-техническое как этих направлений, так и тех направлений, которые нуждаются в материально-техническом обеспечении. Новые аудитории, просторные помещения и, главное, современное оборудование для практической работы в лабораториях, что позволит наладить научно-исследовательскую деятельность. Здесь уже возникают такие границы, где сложно сказать, где будет лабораторная работа для студентов, изучающих только начало атомной физики, а где это перерастет в курсовую, в дипломную или, может быть, следующий уровень работ. Потому что внедрение таких работ, внедрение вот таких новых подходов, оно способствует не только повышению уровня студентов, но и повышению нашего уровня. Ощутили разницу между приборами прошлого и современной техникой сами студенты. Говорят, теперь практические занятия – это одно удовольствие. Это обновление, оно существенно меньше в размерах, гораздо проще теперь снимать показания. Это все более наглядно показано на компьютерах, достаточно технологии, как сказать, увеличились, то есть мы можем пронаблюдать то, что мы не могли с теми технологиями. И на данный момент гораздо расширился круг тех данных, которых мы могли измерить. Да, теперь более наглядно мы сразу же можем автоматизировать, так сказать, процесс. Лаборатория атомной ядерной физики стала первой в очереди по модернизации. Теперь своего открытия ждут 3D-моделирование и микропроцессы. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ.